Это уже второе мероприятие из цикла «Искусство в парке». До этого своеобразный день открытых дверей провели сотрудники детской школы искусств города Видное. Теперь свои услуги представили Дворец культуры и историко-культурный центр. Проводим мероприятия с целью популяризации наших учреждений культуры, чтобы люди, жители нашего города, знали, куда привести ребенка, прийти самим, привести, может быть, бабушку с дедушкой, потому что очень большое значение уделяется людям золотого возраста, и для них очень много всего интересного. В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» здесь, в Центральном парке, работали мастер-классы для пожилых людей. Представители клуба попытались наглядно продемонстрировать, каким интересным может быть досуг у пенсионеров, если они присоединятся к проекту. Мы будем делать из торфяных горшочков такую типа вазочки, и она будет грунтованная. И я также предложу сделать из обычной крафт-бумаги саше. На сцене в этот день выступали лучшие творческие коллективы Дворца культуры. В зеленой зоне мастер-класс показывали воспитанники спортивного клуба «Ступени». В процессе мероприятия многие из гостей уже определились с выбором занятий для своих детей. Другие просто наслаждались концертом. Я у него поспрашиваю, что ему больше понравилось. Но мне кажется, что ему рисование понравилось. Все было так хорошо, что даже я обрадовалась. Записаться в кружок или студию можно было прямо на месте. Специалисты консультировали гостей мероприятия о расписании занятий и условиях участия. Юлия Погосьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.